Ну а теперь к другим темам. Почти 1 400 000 нарушений правил дорожного движения зафиксировано в Дагестане в 2019 году. Самые распространенные из них – это несоблюдение скоростного режима, более 500 тысяч административных материалов. Почти столько же штрафов выписано водителям с непристегнутыми ремнями безопасности. На третьем месте в нашей республике нарушение правил поведения на дорогах пешеходами. Это около 70 тысяч материалов. Всего по России за 2019 год зафиксировано более 100 миллионов нарушений правил дорожного движения. Среди самых распространенных – превышение скоростного режима, несоблюдение требований дорожных знаков или разметки и проезд на запрещающий сигнал светофора.